В Одинцовском районе летом будет открыто 56 мест отдыха. Санаториев, пансионатов, спорткомплексов, лодочных станций и пляжей. В июне для детей свои двери откроют 10 оздоровительных лагерей и пансионатов и 34 лагеря дневного пребывания. Персонал и вожатых учреждений проверили на наличие судимостей, которые запрещают работать с детьми. У нас было проведено комплексное обследование совместно с администрацией всех ДОЛов. То есть была своего рода осуществлена приемка данных учреждений отдыха детей. Вот составлены соответствующие акты, выявлены ряд недостатков, по которым руководство данных учреждений, в том числе и в администрацию, и в прокуратуру были направлены информации. Ну и также установлены руководителем ДОЛа в сроки устранения данных недостатков. За каждым местом летнего отдыха детей закреплены инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые и руководители территориальных отделов полиции. Плановые проверки лагерей будут проводиться еженедельно. Вместе с сотрудниками правоохранительных органов их смогут посетить и общественники. Мы сообщество, материнские сообщества, родительские сообщества, которые очень заинтересованы именно своими глазами посмотреть, как дети отдыхают, в каких условиях живут. И очень активно обсуждается это в соцсетях. Я думаю, что необходимо тоже привлечь и членов общественной палаты, и, соответственно, тоже родительских, материнских сообществ. Это важно, потому что, когда своими глазами посмотришь, реакция на негатив, который так или иначе может возникнуть, она несколько другая. Помимо организованных мест летнего отдыха людей, на территории Одинцовского района есть парки и скверы, где любят проводить свободное время местные жители и гости муниципалитета, и 78 самых разных водоемов. В выходные дни нами запланировано проведение совместно с народными дружинами и казачеством так называемых воскресных патрулей, когда помимо сотрудников полиции на патрулирование прилегающей территории к местам массового отдыха выходят у нас дополнительно и наряды дружинников, и казачества. Также мы будем очень рады видеть всех заинтересованных и неравнодушных граждан, которые примут участие в обеспечении правопорядка и выявлении тех нарушений, которые будут именно в этих местах. Вместе с поддержанием общественного порядка полицейские будут в местах отдыха людей жестко пресекать несанкционированную торговлю алкоголем. Население продолжает распивать напитки на пляжах, не только пиво, но и более серьезные. И когда к ним подходишь и делаешь замечания, наверное, дружинников маловато будет. Должны рядом идти правоохранительные органы, иначе реакция их нулевая. Они сейчас спрятали, потом мы отошли, они опять все свое богатство достали и продолжают при своих же детях распивать и курить то, что считают нужным. В ходе разговора участники круглого стола договорились о плотном взаимодействии сотрудников полиции и общественников на весь летний период. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».